Час. Всем привет. Я прошу прощения, что в этот раз обращение немножечко будет странное, а не такое, как обычно. Музыку и песни делать просто. Итак, сегодня будет обращение номер это третий. Не по делу это что-то типа рэпа, но я в жизни рэп не слушал и не буду. Нафига его мне слушать, лучше сделать. Это способ развлекаться на природе. Когда что-то или чего-то не умеешь, просто сядь, возьми и сделай. У тебя голова не деревяшка, может думать. Ну а даже если деревяшка не имеет права наслежать вакансии. Кто сказал, что деревяшка хуже некоторых? Башка совсем Когда пирог мама готов, чтоб на кухне класс мазнул, чтоб на кухне пар пошел, погулял бы с пажанами, погулял бы с пацарами, по холмам да с пацарами, по холмам да с пацарами, по пустыням да бизонам, по пустыням да бизонам, и где-то по дороге, не нашли киоска, и нашли киоска, и сгрустились, вот все, чтоб моя кухня класс мазнул, бизонных. Мистер Штирлиц. И осталось на дороге только влага, а в пустыне будь любезен в одиночку. Кого? Клои вообще фантазии колышет. Что толковое придумал, так приди себе заткнися, чтобы завтра самому же не лыла сна. Постарайся не зависеть от предметов. Они хитрые, они злые, эти твари, ненавижу я разные предметы. Только влага. Мистер Штирлиц. Мистер Штирлиц. А вообще-то я хотел сказать совсем-совсем другое. Только мысли скачут в стороны по свету. Удержать их в одном русле сверхзадача. Но мне нравится такой поток сознания. Тут начальник скажет, надо в жизни только делать то, что делать и умеешь. Ты наплюй ему на бошку, он же врет, гад. А на самом деле делать то, что не умеешь. Очень глупо быть серьезным там, где можешь и не быть им. Только в этом состоит и обращение. Состоит оно опять из неких опций, а они-то состоят из фигуралов. Выбирай себе по вкусу свою тюрю и не машь ее веслом да по скамейке. Сюда может тетя сядет вдруг уставший, и получится конфуз между соседский. У нас город, скоро вечер пора, вечер мы порадуем друг друга кулебякой, гостей прям за уважаем, Ой, часто, что сегодня все ним разом обойдется, то, что будет, да чем совести польется. Нет, я самый глупый совесть не полит, не сегодня, и не завтра, не поможет разобраться, что вообще на флудили. Отослали и навеки супервечные забыли. Обращали и навеки супервечные забыли. Обращался лучше в каждом подвесе.
билетик на 105-е. Все добрые буратины на сегодня его будут метро сами не поверить. Бурочастый на сезон его будут заключать. Мне хотелось бы вернуться калачом углу под башней в отключении. Мне хотелось бы свернуться с ралачом люди под башней видать. Кое те, кто внес по свету, сразу стало люди ясно. Не всегда такое тем, кто несусветный. Нету так же удивительной, как души. Своим летом моих тем, что просветление. Так что вам советую я тоже. Есть простое дело, просветление. Кошкам шар, что вам слабеть, блины положи. Уделяй внимание больше кошкам, все кто разложил. Расслабляй блины в аквариуме с упреком на меня. Помнишь те, кто разложил блять, в аквариуме воду поменял ли ты, или все опять засралось? Мистер Штирлиц. Мистер Штирлиц. Мистер Штирлиц.